Сегодня 1 февраля 2021 года. Город Дивногорск. Это ДК «Энергетик», в котором был Владимир Семенович Высоцкий, выступал. Я даже знал людей, которые присутствовали на этом празднике, на этом концерте. И вот, скажем так, это площадь перед ДК «Энергетик». Как видите, тут у нас сейчас погода такая была, под минус 30 морозы днем, под 40 ночью. Поэтому этой площадкой не пользуются, и она вся завалена снегом. У нас были снегопады, но еще раз повторюсь, что сегодня 1 февраля, первый день весны. Еще пару дней будет очень холодно, а потом обещают аномально теплую теплый февраль. Аномально прям теплый февраль для нашего региона. Вот так вот. Сегодня понедельник, 11 часов. И вот такой вот у нас площадь перед ДК «Энергетик», Комсомольская, 6. И, разумеется, западные отроги Восточного Саяна над нами –